самостоятельно стегивается, он самостоятельно. Я подхожу, проверяю, что карабин у него застегнут, все хорошо. Это пятое в жизни занятие по скалолазанию у Артура Копылова. Мальчик уже смело покоряет пятиметровую вершину, хотя на первых уроках с трудом взбирался вверх. Тренирует подростка Юля Подчувалова, руководитель некоммерческой организации «Арена спорта». В 2022 году выиграла грант губернатора Югры с проектом «Ролики мечты. Игры скалолазанье». За основу взяла федеральную программу альтернативной комплексной реабилитации «Лига мечты». Она включает в себя регулярные занятия спортом и творчеством. Это мотивирует детей и взрослых делать их жизнь активнее и интереснее, дарит веру в себя. То есть, используя методику Лиги мечты, наши дети, и в том числе и с интеллектуальными нарушениями, и с ДЦП, могут лазить по скалодрому. В любом случае, скалолазание у нас задействует очень много мышц. Почему для этих детей это полезно? Потому что в первую очередь идет огромная работа над координацией и над балансом. А у этих детей с этими функциями всегда большие проблемы. Поэтому развиваем, конечно, в первую очередь и силу, и выносливость. А тем временем в Ангипасе, благодаря гранту губернатора, в этом году приступили к реализации проекта «Казачий кош». Его авторы знают толк в истории и без труда определяют принадлежность тому или иному столетию любой детали гардероба. И уж точно не спутают разновидности кольчуг и прочего снаряжения. Участники некоммерческой организации культурного наследия народов «Русский дом» собирали ценнейшие факты, восстанавливали детали и объединяли их в одно целое. В результате получился интерактивный проект, который привлекает и любителей старины, и молодое поколение. История – это 17 века, именно как раз тот период, когда Югра присоединилась к российскому государству. И мы, наверное, в этом проекте мы призваны показать примерно, как это все происходило и как выглядело. А житель Когалыма Вадим Адаменко сделал ставку на экстремальный спорт. Автор проекта «Круиз по-когалымски» уверен, новый вид досуга позволит жителям города не только отдохнуть в окружении природы, но и провести время с пользой. Активист дважды выдвигал идею на суд экспертов в разных форматах. И удача улыбнулась. Теперь в культурной столице Югры организуются не только туристические сплавы, но и состязания. До этого любителям экстрима приходилось ездить в другие города. Молодой человек признается, что такие конкурсы дают возможность реализовать свою идею, но, что самое главное, приносят пользу окружающим. Губернатор дает очень большую поддержку. У нас много ребят хороших с идеями, на которым для реализации не хватает всегда финансовых возможностей. И грант губернатора как раз помогает в этом. Он дает большой толчок, чтобы человек мог начать, попробовать. Грантовая поддержка губернатора Югры стала началом и нового проекта в Покачах. В конце уходящего года одним из победителей конкурса среди физических лиц стал Степан Горбунов. Он пока еще учится в школе, но уже имеет внушительный опыт фотографа и монтажера. И именно эти направления он включил в программу «Скорая медиапомощь». Любая организация, которой нужно какое-либо медиаосвещение, будь то сиюминутная помощь, условно говоря, заснять какой-нибудь утренник, очень важный для детского сада, или для обучения сотрудника правильному ведению соцсетей. Начало реализации этого проекта запланировано на следующий год. Впрочем, на этом инициативные жители наших городов останавливаться не намерены. Ведь 2024 подарит не только новые идеи, но и новые конкурсы, благодаря которым жизнь Когалыме, Урае, Лангепасе и Покачах станет еще ярче. Алена Валей при поддержке коллег «Наши города».